Ратон Мейс попытался сыграть очень острый и оригинальный передачи на Сергея Долинина. И это все. Ухов, первая попытка не точно. Средний отскок. Ратон Мейс откидывает Джеремая Мартина. Тот в лицевую линию облетает. Успевает и мяч поймать, и закрыть корпусом Джеремая Мартин. Вот то, о чем говорил Йовица Арсич. Выводите. Меняться и страховать. Амат Эмбай выходит на игрока, так называемый клоз-аут. Но вот чувства нет. Антон Остапкович теряет мяч. И вот теперь переход 3 против 2 с догоняющими игроками. И этот Енисеем вот чуть-чуть затормозил всю атаку. Ушел опять на индивидуальный какой-то розыгрыш. Да, очень. Этот мяч за другим Джеремая Мартин. Но Мартин сам промахнулся, сам подобрал. Микел Хопкинс пытается активно играть. Но еще бы не подборы получались, подстраховка временами получалась. За лицевой линией нам четко смогла показать и момент, и эпизод, и жест арбитра. Джеремая Мартин, не задумываясь, ЦСКА пытается держаться в разнице в 10 очков. Джеремая Мартин. Заслон для Ратона Джеремая Мартина. Ох, эти вот тройка и восьмерка у нас на майках. И Джерема один в один разбирается из краски. И плюс 10 для ЦСКА. Вся борьба, все старания, казалось бы.